Всем привет, друзья! Сегодня пеку яблочный пирог на йогурте. Пеку этот пирог обычно в сезон яблок. Сейчас у нас как раз вот конец августа, заготавливаем яблоки, и этот пирог получается невероятно ароматный, сочный, нежный, долго не черствеет. Вот этого вот пирога, я вам скажу, много не бывает. Я обычно пеку двойную порцию, но вот сегодня решила показать вам одну порцию, чтобы вы не испугались и сказали: ого, этот пирог разлетается буквально в доли секунды со стола. Поэтому давайте будем готовить. И готовится он очень быстро. Для пирога мне понадобится 5-6 средних яблочек. Яблоки выбирайте кисло-сладких сортов, такие сочные. Яблоки очищаем от кожуры. И вынимаем сердцевину. Для того, чтобы яблоки быстро не окрасились в коричневый цвет, их можно сверху сбрызнуть лимончиком. Но я этого делать не буду, так как тесто замешивается на раз, два, три. Для теста нам понадобится 3 яйца, 3 средние яйца, 2 щепотки соли, где-то пол чайной ложечки, 2 пакетика ванильного сахара, 240 грамм сахарного песку, сахар мелкий кристаллический. Все это нужно будет взбить. К взбитым яйцам добавляю 150 мл растительного масла без запаха. Я использую подсолнечное и цедра 2 апельсинов. Апельсины заранее промыла. Можете также использовать лимончики. Добавляю 250 грамм йогурта. Йогурт 3,5% жирности. Высыпаю 240 грамм заранее просеянной муки. Поверх муки пакетик разрыхлителя. В пакетике 16 грамм. Замешиваю тесто. Тесто по составу получается такое вот как бисквитное, очень нежное. Вот посмотрите, как тесто стекает с лопатки. Пирог буду выпекать в круглой форме. Форму смазала сливочным маслом и присыпала сухарями.
Если хотите, чтобы ваш пирог получился высокий, тогда используйте форму 24, к примеру, 26 сантиметров, круглую в диаметре, высокую. Пирог буду выпекать в заранее разогретой духовке на 175 градусов. Время выпечки засеку. Сверху пирог буду украшать дольками яблок. Беру яблочко, разрезаю его сначала напополам, на дольки. Получается, половинку разрезаю еще на 4 дольки. И укладываем вот так вот яблоки на расстоянии, на небольшом расстоянии друг от друга. Тут уже дело фантазии. Тесто такое живое, воздушное. Очень красивый цвет теста. Желтенький, потому что добавили сюда цедру апельсинчика и яйца очень хорошего качества, домашние. Оставшиеся яблочки я скушаю. Вот так, посмотрите, красиво получилось у нас. Отправляю в духовку. Пирог выпекала ровно 35 минут. Готовность пирога можно проверить с помощью деревянной шпажки или зубочистки. Зубочистка должна выходить сухой из пирога. Если вы будете использовать для выпекания этого пирога высокую форму диаметром 24 или 26 сантиметров, тогда времени потребуется дольше. Поэтому проверяйте всегда на готовность. Остывший пирог нарезаю на порционные кусочки и подаю к столу. Вот, мои хорошие, подношу пирожок поближе к камере, чтобы вы увидели его разрез. Посмотрите, как позитивно он смотрится. Какое нежное тесто. А
какое оно душистое, пирог просто тает во рту и съедается в нашей семье за раз до последней крошки. К пирогу можно подать охлажденное ванильное мороженое, также сверху можно присыпать сахарной пудрой или смазать абрикосовым и персиковым джемом. Но так как я этот пирог готовлю в сезон яблок, и они такие очень ароматные, наивкуснейшие яблочки, наливные, сочные, поэтому я ничем украшать пирог сегодня не буду. Непременно пеките и угощайте своих любимых этой вкуснейшей выпечкой. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.